говорю, Ольга Сергеевна, пришла узнать за дорогу. Потому что если нам закроют вот эту дорогу и откроют карьер, и будут взрывать, мы здесь можем и без воды остаться, и дома наши позалетают, рассыпятся. И как мы будем жить? Пожилые люди, мы стоим на учете в больнице, нас вызывают, мы проверяемся, мы ездим на уколы, мы лежим в больнице. И как мы, если вот это закроют дорогу, и как мы... Но ее закрывать никто не будет, там же будут БелАЗы. БелАЗы будут ездить, они сказали, техническая дорога будет. Нас закроют. Вы там видели уже бетон? Наложили на дороге, оставили вот проезд маленький. Вот когда ехали, вы не видели, что сделали? Здравствуйте, Александр Анатольевич, я житель хутора Нижний Сазонов. Приезжаю так, как вблизи хутора будет вестись разработка недр, камня. Максимальная дальность это 500 метров. Также мы переживаем за дорогу, которая у нас, нашу собственную дорогу. А что близость карьера, что оно вам? Взрывы. Будут проводиться взрывные работы. То есть, сами понимаете, что при взрывной работе там может и фундамент дома лопнуть, и в первую очередь у нас пропадет вода. Так у нас вода... Почему пропадет? Потому что у нас колодцы не более 6 метров. То есть мы пользуемся водой грунтовой колодцев. Будет малейшая трещина, и вода у нас просто от нас уйдет. То есть эта часть хутора есть вода, у нас водой, та часть хутора без воды. Люди с того края ездят к нам. То есть у вас колодец? Колодцы, да. А водопровода нет? Нет, у нас ничего нет. То есть вместе с открытием карьера к вам должны протянуть тогда водопровод? Ну, в чем я сомневаюсь, что это будет? Там уже разработки открыли вдоль трассы, представляете? Это как будет? Уже взрывы, как там взрывы? Сейчас у нас не будет там воды, техника, там... еще. Начнут взрывать, говорили, мы останемся без воды. У нас самая главная беда, они нарушат все слои, пласты. Вода нижние. Сразу пропадет. И вода пропадет, и хутор останется без воды. Да, полностью, вот весь этот, хутор вот этот колодец, кстати, единственный на хутор. Если воды не будет, можно ехать. А они как, в баке набирают? Да? Ну, конечно, да, приезжают. А пару раз они взорвут, там все, воды вообще не будет. Дорогу у нас забирает Репнянское карьерное управление. Используем в будущем техническую дорогу. То есть с 1 апреля, как сказал директор Порошин, что дорога это будет перекрыта. Это та самая дорога, по которой детей возят в детский сад. По которой детей возят в детский сад, по этой дороге детей возят в школу. По этой дороге мы добираемся в город. Скорая, пожарная. Скорая, милиция, пожарная, все. Какую дорогу вам вместо предлагают? Дорогу нам вместо этого якобы предлагают на ниже хутора, недалеко от реки Северский Донец. Дорога, это не дорога, это является поле. Это дорога полевая. Ну, так как, да. Она там, там раньше, там идет поле, просто она накатанная. Еще к тому же... То есть это проселочная дорога? Проселочная дорога, это поле. Она раньше запахалась, она сейчас может запахаться, сегодня или завтра. Взять его и запахать колхоз. Так это частная собственность, понимаете? Это поле. Она не выделена еще? Ну, конечно, да. Они якобы так, еще там а выделены. Вы на эту дорогу и деньги собирали ее? Вот на эту дорогу это, люди старшего поколения собирали деньги, скидывались. Дорогу нам покупали на эти деньги, отсеяв щебенки, и дорогу засыпали. Дырки, дыры, ямы, мы латали.